Здравствуйте, привет всем. Сейчас я нахожусь на Усман-бей. Сегодня очень холодно, что прям морозит меня, прямо все руки ледяные. Вот, сейчас сниму вам улочку. Разбираю. Посмотрим. Хочу просто найти одно место, говорят, здесь есть. Вкусные семиты здесь горяченькие должны быть. Можно посидеть, попить чай. Если я найду, я вам покажу. А, по-моему, я вижу вдалеке. Ребятки, это Усман-бей. Не знаю, я не помню, я вам это уже говорила или нет. Усман-бей — это такой большой оптовый рынок. Пардон. Здесь есть все. Сюда приезжают люди, чтобы закупиться в своей стране оптом вещи. А вот семит салонов. По-моему, про это мне девочка говорила. Merhabalar. Сейчас посмотрим, что выбрать. Вот здесь столько всего вкусненького. И можно посидеть. Ребятки, выдают такой вот для чая, чтобы чай пить. Чтобы сюда прийти уже и брать чай. Дичи гридерим. У меня каким-то образом получились два. Я даже не знаю, я попросила один. Лимон дала билер? Дичи гридерим. Он мне прям все подкладывает. А там вам? Еще кюридеры. Саулсу. Главное не пролить. Посидим. Попьем чай, как люди. Все, поели, теперь можно с новыми силами продолжать делать свои дела. Пасмурно, пасмурно. Быстрее бы уже лето, солнышко, тепло. Здесь солнышко тоже выходит. Утром снег, например. После обеда солнце. Ну, я немножко согрелась сейчас с чаем. Смотрите, как интересно. Старые здания. Но не сломав их, сохранив красоту, сверху достроили новые. Здесь всегда многолюдно. Thank you.
мода, где заложена. Всем пока-пока. Ben yine bekledim seni, en iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı sevgili, sevgili. Bana sorma.